Я приготовился. На выход. Оп, пух-пух. Окей. Короче говоря, ребята, это офигенный, прикольный вид транспорта. Дешевый и... 20 минут. За 20 минут мы доехали от Куала-Лумпура до места, где мы сейчас упадем в гостишку. Короче говоря, единственное, что нужно совершенно точно знать, это расписание. Расписание этих катеров. Вот, да, вот это вот эта вот схема. Чао Прая Экспресс Бот. Вот просто подходите на пирс и смотрите. Здесь достаточно несложно разобраться. На каждом пирсе есть цвета. Вот они. И можно посмотреть каждый маршрут, как он выходит, по каким дням, в какое время, стоимость. То есть вот самый... Вот мы ехали вот этим Orange Express Line. Он самый дешевый, 15... А, нет, есть еще дешевле. Есть еще зеленая. Да, и... Без флага, да, Local Line 9. Но они, соответственно, по-другому чуть-чуть ходят. В общем, все это здесь можно посмотреть. Нет, это фрикинси. Это через сколько минут. Стоимость здесь. То есть со всем этим несложно разобраться. И это достаточно такой интересный, веселый тип транспорта. Да, я сейчас еще сделаю фотку. Вот. И, как видите, тут на пирсах есть Wi-Fi, есть туалеты. То есть, ну, как бы... Прикольный тип транспортировки. Так.